Фонтаны, площадь и памятник близ торгового комплекса «Аквамолл» благоустроят набережную Свияги. Главный атрибут – водные фонтаны. Строители надеются, что благоустроенная набережная станет достойным подарком всем жителям Ульяновска. А эти как одна струя такая. Вот через месяц он их установит. Вот эти три. Да. То есть это отгодите. Да. Да. Здесь вот прям раздавливается. Он их сейчас изготавливает, Сергей Иванович, а через месяц они будут. Это такая, она красивая набережная с фонтанами. Кроме фонтанов, на набережной сделают велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, места отдыха для взрослых. Уже строится площадь имени Светланы Анурьевой. Девушка из Корсуна, умирая от рака, спасала своих сельчан от коронавирусной инфекции. В ее честь на площади будет установлен монумент. Эскиз находится в стадии разработки. Но мы планируем, значит, с учетом, что поставка освещения прибора только к 15 августа дадут нам, Москва делает опоры световые, и все остальное будет закончено до 1-10 августа. Все полностью до 1 сентября. Да, а дальше озеленение. Озеленение в сентябре. Осенью высадят 4,5-метровые деревья. По словам озеленителей, летом высаживать растения нельзя, они приживутся. Благоустройство продолжится и в других микрорайонах. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в городе обновят 25 дворов. Ремонтируют внутриквартальные проезды и тротуары, заменяют бордюрный камень, обустраивают парковки, а также устанавливают скамейки, урны, ограждения палисадников. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.